Призывники из Дагестана, как и все новобранцы из России, не будут служить на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Все они будут нести срочную службу в воинских частях и подразделениях в разных регионах страны. Об этом сообщил журналистам военный комиссар республики Даитбек Мустафаев. В эти четыре субъекта для прохождения службы призывники, призванные с Российской Федерации, направлены не будут. Там уже принимают участие наши военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и граждане, которые были мобилизованы в период с 21 сентября по 28 октября. Всего в рамках осенней призывной кампании в ряды вооруженных сил отправятся 3500 молодых людей из Дагестана. Проходить военную службу они будут во всех видах и родах войск, в том числе на флоте, воздушно-десантных войсках и войсках Национальной гвардии. К проведению осеннего призыва граждан с Республики Дагестан военные комиссариаты нашей республики и военные комиссариаты муниципальных образований готовы.